Ну вот, расскажу сегодня такую притчу. Знаете ли вы такого восточного героя Ходжу Насреддина? Я его с детства читаю о нем сказки, я его очень люблю. И вот однажды он сказал своей жене: «Знаешь что, нам с тобой надо разбогатеть». «Ну как?» – сказала жена. «Все очень просто. Сейчас холод, зима, и мы с тобой сейчас выроем погреб, будем копать погреб». Жена сказала: «А зачем нам погреб? У нас же мы бедные, у нас ничего нету. У нас нету мяса, чтобы хранить, там масло, чтобы оно не испортило. Что делать?» Ходжа Насреддин сказал: «Сара, ты жарь, рыба будет». Нет, это немножко из другой оперы. Вот. Но примерно то же самое. Он ей сказал: «Знаешь что, мы с тобой сначала сохраним холодный воздух. А потом, когда у нас появится и мясо, и масло, нам будет где его хранить». Достаточно разумная вещь. И поэтому я хочу обратиться к тем девушкам, которые хотят выйти замуж. И не просто выйти замуж, а это достойные девушки. У них есть своя квартира, они могут пригласить жить к себе. И вот представьте себе, что этот мужчина к вам приходит и приносит с собой велосипед, бензопилу, 3 чемодана, там, бабушкин ковер, ну, не знаю, приносит свои шмотки. А вам некуда это положить. И вы думаете: «Боже мой, откуда, как я вообще это все умещу, откуда столько вещей?» Сначала приготовьте место. А вот когда вам не жалко будет выделить место для того человека, которого вы хотите к себе в дом, вот тогда он, может быть, и появится.